Сейчас я вам расскажу и покажу, как на аэроростовой кукле поменять вентилятор. Ну вот, что мы имеем. У нас есть надувная ростовая кукла, вот как раз вентилятор, я его уже открыл. Так, ну вот, от него крышечка. Получается, нам нужен фен, там есть клей, его надо как бы сплавить. Есть аккумулятор, чтобы проверять, и есть новый как раз вентилятор, который я поменяю. Вот тут уже можно увидеть клей сам. Ну и вот, сейчас я сравню, получается, вот этот старый вентилятор, ну этот новый. Но он не прям новый, тут клей немножко остался. Мы его раньше использовали, но его починили. Так, сначала включу старый для сравнения, потому что что-то в нем не так. Ну вы сейчас услышите. Но это слышно. А теперь новый. Но он хороший. Все. Вот сейчас я буду с внутренней стороны его, получается, расклеивать. Вот тут уже сам клей. И сейчас вот я уже подключил фен и буду его разогревать, чтобы отклеить. И сразу же поставлю новый, пока получается теплый клей. Что-то я боюсь. Все. О, как он горячит. Так, ну вот, что мы имеем. Теперь у нас есть просто пустая дырка, вот в которую я сейчас буду вставлять, ну, в вентилятор. И получается, его тоже нагрею, тоже приклею. Ну вот. Хорошо тем, что можно снять вентилятор нам, чтобы его поменять, но вообще можно его снять, чтобы, например, ну, куклу помыть, там, постирать, что вам нужно. Мы обычно раньше просто заклеивали скотчем, чтобы не повредить вентилятор, но можно его, оказывается, еще и снимать. Сейчас я поставил стол специально, чтобы у меня было, ну, поровнее, чтобы его приклеить, поставить, каждой дырочке к дырочке поставить. И я специально развернул медведь и посмотрел, с какой стороны находится сам вентилятор, чтобы сам провод направить именно, ну, ближе к человеку, который там будет, получается, стоять. Чтобы, ну, аккумулятор здесь не загинался. Ну, провод для аккумулятора. Это мой брат. Так, сейчас я его разверну специально, чтобы была дырочка в дырочке. Посмотрю все. Как раз прикручивается он там изнутри. Так, знаете, что я вспомнил? Нужно вот эту защитку раскрутить, поставить, получается, вентилятор вот так вот. И с другой стороны вот эту защитку вот тут вот прикрутить поверх, получается. Ну и вот. Ну и вот. Поставили мы с той стороны вентилятор. И вот, самое главное, это не забыть про защитку. Сейчас я его поближе, как можно. Вот сейчас я буду каждого, тут есть дырочки в самом костюме, и вот сейчас буду вот так прикладывать, и получается вот на вентиляторе тоже есть дырочки, и получается так нужно вот четверной слой и вкрутить вот по болтику, так, 4 болтика. И я делаю сначала вот так вот прикручиваю, потому что потом клеить я могу, ну, неровно приклеить, поэтому сначала мы делаем так, потом сплавим клей, чтобы он, ну, получается, закрепился самим костюмом. И с другой стороны сейчас его подровняю.
сначала вот этот. Вот, смотрю, сначала вот эту вот штуку, вот тут дырка. Вот. Делаю напротив, потом еще одну делаю напротив. Чтобы ее было видно прям. Ну, где-то ее будет не видно, просто из-за того, что пушистый костюм. И ставим. Что так просто? И прикручиваю. Все. Я слабенько прикрутил, чтобы потом, чтобы он так не задирался и другие было проще прикрутить. Так, следующий. Так, тут мне маленько не хватает. Папа, типа. Тут у меня открутился, потому что оно его сильно расслабило. Поэтому не повторяйте моих ошибок. Следующее. Тут он уже. Последнее осталось. Покажи поближе, вот, чтобы такое видно. Вот я подставляю сначала вот эту вот штучку, потом уже саму накладываю вот эту шерсть. Тут дырку маленькую, ну, даже не видно. Ну, она там есть. Вот я ее нашел. Как это шерсть? Что это? Вот, в дырку я попал, можно закручивать. Сейчас я вот все, получается, закручу, и нам останется только его приклеить. Там уже клей маленько есть, и мы просто приклеимся к самому костюму. Все. Треп. Ну, можно даже сейчас попробовать его включить, проверить. Да, все тут скручено. И включаем так. Так. Он воздух брал и его как бы не закрывать. Все работает. Сейчас я буду включать фен, ну и клеить его к самому костюму. Только нужно болтик. Тут у меня болтика не хватало в вентиляторе, но я от старого просто открутил. Ну, возможно, даже будет вам проще. Вы сможете без фена сразу его клеить. Вот он у вас так стоит, и вы вот так сбоку его, получается, вот так клеем пистолетом. И
если у вас клея нету именно на самом вентиляторе, как у нас, то вы можете вот сбоку клей пистолетом своим, получается, приклеить. Сейчас поближе к розетке, к фену пододвинусь. Тут я делаю поближе к себе вентилятор, чтобы мне было попроще феном, получается, разогревать клей, который там. Тут маленько у нас слои появляются. Сейчас мы их уберем. Все, вроде все хорошо. С другой стороны посмотрим. Главное его придерживать все время. Нормально. Я не знаю, мне его так подержать, чтобы он остыл там. И вот с этого угла еще маленько сейчас подплавим. А нет, он там уже подплавился, приклеился. Ну все, пусть он так немножко полежит. Получается, остынет и приклеится к самому костюму. Ну и все, конец. А кто слушал, молодец.